До Нового года остается 5 дней. В городе повсюду чувствуется праздничная атмосфера, приближение главной зимней ночи, боя курантов и марафона подарков. И если у вас такого ощущения нет, возможно, вы не там ходите. Поэтому вместе со мной приглашаю вас прогуляться по предновогоднему Кирову и найти то самое праздничное настроение. Зарядиться новогодним настроением можно в первую очередь в Александровском саду. Здесь уже воцарилась сказка. Светящаяся карета, запряженная лошадьми, равнодушным, мало кого оставит. И это не просто царская скульптура, это новый арт-объект для новогодних фотографий. Расцвела новогодними огнями и театральная площадь. В минувшую субботу здесь торжественно открыли главную елку города. Засверкали и световые арки из гирлянд. Можно прогуляться под таким звездным небом и сделать красивое фото. Не обошлось и без новогодних инсталляций, которые помогли создать бизнесмены. Торжественно открыли главную елку Нововятского района. Она появилась в новом сквере на Советской, 27. А это уже Кочеровский парк, самый большой в юго-западном районе города Кирова. Здесь тоже атмосфера приближающегося Нового года. Семейство оленей с иллюминацией, светящийся снеговик, арки и традиционный каток. Щеголяют в новогодних спецэффектах и улицы Кирова. Например, бульвар на Октябрьском проспекте возглавила новогодняя елка. Дополняют праздничное убранство и украшения вдоль тротуаров. Мы для себя наметили 22 объекта, на которых будет присутствовать световое оформление. В этот перечень входят в основном парки, скверы, театральная площадь, несколько улиц города. Осталось только на привокзальной площади закончить и вот несколько растяжек вывесить, в том числе там на в районе мостов нового и старого. Зимнюю сказку в Кирове устроили во всех местах, которые полюбились кировчанам, говорят городские власти. Новогодняя подсветка будет работать до конца зимы. Получается, у горожан есть масса времени, чтобы поймать то самое праздничное настроение.